Приехал. Решил сегодня поснимать немножко видео, сходить в лес. В прошлом году мы здесь с друзьями нашли в этом месте вот такой шалаш. Здесь когда-то был покос. И, видимо, сюда люди приходили. И тут отдыхали на сенокосе. Причем он выглядит так неплохо. Но он, конечно, обвалился. Но у меня есть мысли его перед зимой немножко облагородить и ходить сюда на лыжах, на снегоходе заезжать. Не знаю, сегодня попробую начать его немножко разбирать. А, взял с собой топорик, выдерку, пилу. Газ костер развести. 6,5 километров отсюда до дома. Ладно, сделаю небольшой костерок для начала. Так, с чего начать? Так. Очень аккуратным с гвоздями. Так, буду. Ну все, что, конечно, было без защиты от воды, все сгнило. Хотя нет, есть еще крепкие доски. Тут вот железом немножко прикрыто. Тут еще что-то даже жило. А, нихера не жило. Вот здесь вот самая крепкая часть. Самая крепкая часть. Ее, короче, как-то надо отсоединить от стены, стену выровнять, потому что стена прям мощная и сухая. Это прямо будет нам основа. А вот это железо используем на крышу. Сделаем такой, можно,
не очень широкий, узенький, насколько хватит. И вот ту стенку использовать можно. Даже рубероид сохранился еще. Надо быть очень аккуратно. Тут настил хороший. Его бы восстановить, чтобы отделиться от пола. Земля холодная. Блин, крепко держится. Сухое все было, влаги защищенное. Отлично, что так, отличная доска. Тоже отличная доска. Так. Блин, не заснял. Короче, я вот эту всю херню обрушил. Нормально. Перенесу сейчас все. Добрые доски поставлю.
Так, ну что, хорошая часть работы сегодня выполнена. Я, если честно, даже не думал, что так получится. Так, надо будет заменять вот это бревно, скорее всего. Положить здесь новое, восстановить эту полукрышу и сделать один правый отсек этого старого шалаша, тот разобрать, сделать односкатную крышу и все. Здесь лавки поставить, ну, при необходимости стекло, окно, дверь, печку. Пора попить чай. Всю запланированную работу я сегодня сделал. Даже больше, наверное, чем хотел. В следующий раз, может, ко мне товарищи присоединятся. Место классное. Есть вообще, кто редко кто-либо бывает. Практически никого. Дорога была заброшена. Я ее пропилил. Тут недавно несколько дней снова ветры были сильные, завалило. Ну и на снегоходе, на лыжах сюда будет классно приезжать. Все, пора собираться. Время уже 5 часов. Сейчас будет темно. Решил вот себе зимой кофр специальный для пилы. Вообще классная тема. Урал тур. Ну ладно, закругляюсь. Снял сегодня разрушенную крышу. Почистил тут немножко. Все гнилушки сжигаю. Сейчас костер догорит, и я поеду. Все, что было годное, все, что осталось, сложил. Железо пригодится. Два года назад проводил соревнования по горному велосипеду, строил мостик, а до этого еще один. Только гонка прошла, сразу бляди какие-то выломали кучу досок. Ну вот, пока тут все под руками, решил отремонтировать. Починил.